Лучшая защита от коронавируса – это вакцинация. Для того, чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через сайт госуслуги. В Славянском районе вакцинация от COVID-19 идет полным ходом. По данным на 8 июля вакцинировано более 12 тысяч человек. Основной поток желающих обращается в первую поликлинику. В день здесь прививают более 200 человек. Одной из первых привилась Нина Демченко. Чувствует себя хорошо. Ну, решение о том, чтобы сделать прививку, приняла я самостоятельно. И никто меня не принуждал, не приглашал, ничего. Просто вот решила, пошла и сделала. Не становилась даже на очередь. Пришла, вот прививку я сделала. Я считаю, что это необходимо. И перенесла я ее отлично, можно сказать. Я не почувствовала таких отклонений, что-нибудь или что-то. Как говорят люди, вот влияет на что-то. Ни на что не повлияло. Сейчас я свободно общаюсь со всеми людьми. И не переживаю, что я могу где-то сама заразиться или кого-то заразить коронавирусом. В Славянской ЦРБ принимаются коллективные заявки от предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Для этого необходимо обратиться к секретарю медучреждения. Мобильные бригады ежедневно выезжают по указанным адресам. Остальные желающие могут записаться на прививку по телефонам 4-45-30 регистратура, 3-29-35 колл-центр.